ведет это, да? Седьмой день, например, бицепс бедра делит. Или бы отдельно вообще бицепс бедра сделать, а потом отдельно делить. Мог бы бицепс бедра ставить гибко, например. Ребят, я вот здесь по кабинету как хотел. Мог поставить туда дельта сюда, там, ну, я могу сделать первый, да? Маленький, да? Так, потом сейчас не буду, раз, все меньше. Здесь самое главное это объемность и интенсивность тренировочного процесса. Умеренный объем где-то в час 15 тренировка. Один час 15. Да? Количество подходов в состоянии может быть различным. Я могу, знаете, сделать, например, подъемство 10 подъемств, например, представить подходов. И остальные время там, да, доработать до час 15. Но вот у меня строго час 15, все. Больше 15. Больше слабой работы недостаточно. Если, конечно, ты тот час 15 тренировался, а не в телефоне сидел, а там с ним разговаривал. Четкого тренировочного процесса отдыха и тренировочного процесса. Если там у вас идет разговор, плюсуйте тут сюда, плюс час еще один и долбите дальше. Ну, пока сколько разговариваешь, что ты прибавляешь. Вот. Опять же, разнообразие, да, ребят? Здесь в тренировке могут быть ваши упражнения, упражнения вы можете менять, комбинировать. Но я обычно какую-то схему использую. Вот, например, написал я схему на 5 недель. Схему 5 недель я отработал. И можно уже, да, встать и посмотреть, хуй-ску. Сработало, не сработало, может не сработало. А может сработало хорошо. Что сейчас хорошо, сейчас вот эти новейшие капсулы, да, они там раскидывают там по ногам, по рукам, и что наросло. Это еще более качественный, да, можете контролировать ваш результат. Какое же здесь соотношение белков, жиров и углеводов? Здесь же на данном этапе я все-таки, понятное дело, что мне нужно больше нутриентов, как жиров, так, да, так и больше мне нужно с вами белка для строительства. Также нужно больше углеводов для того, чтобы все это качало, да? Чтобы все это работало. Так вот, по белкам я здесь поднимаю до 2,0. 2,0. И вот, когда вы подняли до 2,0, очень важно сдать один анализ. Называется белок крови. Если у вас, ну, я мужчина, для мужчин говорю, для женщин, честно говоря, показателей не знаю. 60 до 82. Вот если ваш показатель 60, вы, блин, хочешь что-то сделать, вы сам говорите. Потому что строительного материала в вашем крови просто нет. Ну, практически нет. Или меньше, чем показатель. Нет, у строительного материала не с чего строить. Возможно, вы видите 2 грамма белка на твоем теле, но, возможно, вы их просто не усваиваете. Важнейший момент. Вот этот показатель можно поднять двумя способами. Этот показатель занижен обычно, когда у вас какое-то заболевание желудка. Язвенные болезни, гастрит, что-то связанное с желчным пузырем, высокая кислотность, очень большая разница, да? Большое количество всяких возможных факторов. Второй фактор – это генетический фактор. Возможно, это количество задано генетически, и ваш организм, нет у него такого принадлежности реакции. И вот если вот этот показатель низкий, без стоматологии именно, да, не все понятно, ЖПТ, все понятно, гормональной системы, просто надо сюда добавить что? Волшебство. И в этот показатель генетический прогрессия начинает расти. Вот. Так что у кого-то генетика не сделает, чтобы стать прям большим и сильным человеком. Для кого-то нужен другой умный. Также помогает показать количество активное питание. Потому что усваиваемость белка. Сейчас у нас начнется дегустация. Могут целых. Випилап. Как набрать на городе. Здорово. Давно не виделись. Трансляция. Это онлайн? Подойду. Точняшки. Что даюсь?
ништяки дают им. Очень вкусные ништячки. Спортпит раздается. Угощаем. Львович, что не работаешь? А ты снимал симки уже? Вещающие? Да, я уже снял. Смотрите, какие майки у нас четкие. Как вам, кстати? Дим, сколько майки стоят? 1000. А? 1000, по-моему. Дорого? Дорого? Дорогие майки. Смотрите, какой симки. Туесок. Качество нормальное, бля, не пиздите. Ну чё? Все равно там ничего не слышно, пойдемте потрещим. Тоже хотела выиграть? Хрена с два тебе. Поезд клевый. Поезд клевый. Мне Симкин подарил синенький. Симкин подарил синенький, я с ним даже уже вчера уже даже тренировался. Ой, майки вообще прикольные. Симкин заморочился, там 7 цветов. Я такие не видел, чтобы было 7 цветов, ни разу не видел. Ну чё, поработал, вечером можно и выпить. Ну я с утра немножко провел, потом чуть-чуть там позвездил, поподписывал всякую хрень. Ну а потом еще что-нибудь проведу. Вот, хотел домой поехать. Ну, что-то, наверное, не успею поехать. Не знаю, Ксюха, ты это, вошла? В перископ вошла? Творог не люблю. Как-то раньше ел, а сейчас не очень. Помидоры любишь? Говорит, кушать люблю, а так не очень. Какой денежный приз? Шаманс физик первое место. Ну, смотря в каком турнире первое место. Некоторые так неплохо зарабатывают. Может, могут и не выступать. Судя по Инстаграму. Поезд стоит, по-моему, 3, что ли. Что-то, или 4, честно говоря, не знаю. Ладно, говно мне писать там не надо. Чего вы тут прямо какие-то эти... Буду банить вас, недоумков. Футболка моя, Элечка. Здрасте, Север, на дым, привет. У меня тема вещания где? В перископе? Никакой. Потрындеть. Тема вещания в перископе, потрындеть. Симкина тренит. Симкин сам тренируется. Ну, у него сейчас ребята подсказывают. Там Дима как-то Савастьянов, по-моему. Вот. А то, что он подготовился, я, в общем-то, принимал участие такое непосредственно. Сейчас, в общем-то, все выросли и как-то все самостоятельные, в общем-то, уже подготовлены, и особо их там заморачиваться не надо, они у нас и так молодцы. На Баскова, да? Похож на Баскова? Спасибо. Я еще петь могу, но это уже вечером после работы в перископе. В перископе буду петь. Я жене купил караоке на день рождения, и теперь мы тренируемся. Вес у меня 80 килограмм, взвешивался позавчера, 80 килограмм, самый легкий вес за последние несколько лет. А как с поиском бади? Ищем, пока не нашли. Мастер спорта в лучшем случае через год, вряд ли раньше. Как вам? Чуть редко выхожу, утром выходил, 2 раза в день, считай, выхожу. Мы сейчас конкурс проводили, у нас были розыгрыши этих футболок, журналов с подписью Фила Хита, Дениса Гусева и персональные тренировки. Симкин, Гусев, я, опа, мы не разыграли тренировку с Селиверстовым. Опа, вот что я придумал. Ну правильно, его еще нет. Его еще пока нет. Кстати, можно будет еще один розыгрыш провести, разыграть еще одну футболку и еще одну тренировку с Селиверстовым. Он пока еще до нас не добрался, но уже едет. Да, я ел аху. Я уже давно такой, да? Если честно. И Женькин охуевший, поэтому... Ну, как бы писать об этом моветон, это и так всем понятно. Смотрите, качество у меня. Качество. Пластыри мы приклеили. Рекламу. Культурист, да. Культурист. Культурный я.
Замерз я пошел. А то мне еще сегодня штангу поднимать. Спинку застужу. Буду как инвалидка. Тут, кстати, есть массажист хороший. Он мне подошел, говорит, слушай, я тебе за 2 минуты сейчас расскажу, что у меня. Сам на шею мне нацелился уже. А я чувствую, меня что-то крючит. Ну, действительно, видимо, у него есть какой-то этот, да, мануал у него есть какой-то. Вот, короче, что, Симкин слушать идем или нет? Интересно. Идем? Баночку. Прессик. Ты кто? Да ты кто, блин? Хуй с горы. Ширина спины растет, там, дельтовидные округляются, а руки упадают, в общем-то, его уже по центру. Так вот, на этом этапе я обычно делаю, чтобы твоя слабая зона стала твоей сильной зоной. Ну, постараться это сделать максимально, да? Максимально к этому приблизиться. Максимально сделать так, чтобы твои руки не упадали из общей, из общей картинки. Потому что, если мы возьмем с вами бодибилдинг, это спорт иллюзии. Можно сделать так, что ты будешь самым большим, самым красивым, хотя таким не являешься. Еще надо же показать. Так вот, ты должен показать руки так и сделать их такими, чтобы они хотя бы выгодно смотрелись или не выпадали из общей картинки. Вот, вот буквально. Недавно я это сделал. Я никак не мог сделать руки, вот никак они не хотели прогрессировать. Вот. Стояли на месте и стояли. Что же я специализацию делал? Это я, такая наработка этого года, эксклюзив для вас. Я делал загрузки. Я делал 4 дня. Тренировал ноги, спина, дельты, грудь. Делал день полного отдыха. 4 дня, 5 дней выйти, 6 дней выйти. Но смысл был один и тот же. Здесь я был полностью день отдыха. Вот это. И здесь я делал загрузку. После тренировочных дней специализированные мышцы. Это были мышцы рук. Здесь я делал тренировку 2 часа, объемную тренировку. С максимальным разнообразием, количеством упражнений и т.д. и т.д. Здесь я работал только со своими белками, жирами, углеводами в спортивном питании. БЖУ. Здесь было. Я поднимал БЖУ от 2,0. До 2,3. 2,3. 2,4. В зависимости от формы и насыщения, степени насыщения, я мог снять больше белка. Жира я не держал где-то в районе 1 грамма. Из углеводов у меня было только 200 грамм в месяц. Сколько получается у нас углеводов?
140, 150 грамм куплю. Школа БНВ, это что значит. Окей. Я так держал все дни. Здесь у меня также присутствовала кардиоработа. Мои 30 минут. Частота сердечных качений, тут и туда одинока. Я здесь мог делать уменьшение кардиоработы. Уменьшение кардиоработы до 20-15 минут. Но я заменял тогда на интервальную кардиоработу. Да? Какая-то. Ну, мы разговаривали об этом. Отдых, загрузка. Я полностью выключал белок по максимуму из всех продуктов. Были только углеводные и загрузочные продукты. Макароны. Макароны. Даже была выпечка. Ну что-то высокоуглеводное. Зефир. Даже такой, ну, например, макароны с зефиром были. Вкусняшка. Разве нет? Ну, для меня нормально. Задача? Нет. Это день отдыха. В день отдыха я ел только углеводные продукты, и количество углеводов у меня 700 было. Один раз ел даже 800. Большое, огромное количество углеводов. Здесь получается, можно сказать, это маленький цикл подготовки к соревнованиям такой был, да, в неделю. Я снижал количество углеводов, запасы гликогена падали. К концу уже цикла, и от этого и зависел цикл, мои мышцы становились как тряпки. Я чувствовал, что я уже даже пальпить не могу. Зато я делал вот этот загрузочный день, и вечер следующего дня, да, я соблюдал смешанное питание, было углеводно-белковое питание, и к концу дня я делал тренировку объемные на руки. Руки разрывало вообще в хлам. Настолько была сильная компенсация гликогеном, ну суперкомпенсация, то есть того, что вот неработающие руки вообще вот никак не поддавались. Вот что бы я ни делал, выросли почти на 2,5 сантиметра. За 5 загрузок таких. Да? Загрузки были разные, понедельник, чтобы вас не путать, я написал их 4 дня. Так у меня некоторые, я по ощущениям ловил. Вот я понимал, что мне здесь еще стоит одну там кардио-тренировку сделать, да? Или сделать одну какую-то функциональную тренировку, чтобы еще истощить сильнее запасы гликогена, я ее делал. Но весь смысл в том, что я именно делал загрузку, то загрузку, в зависимости, загружен я был или нет, да, я форму смотрел, я чувствовал, загружен я или нет, я тогда мог и на следующий день, да, когда уже тренировочный день уже, да, я сделать еще дозагрузку и потом уже только тренировать руки. И здесь очень важный момент, вот мы про спортивное питание на силовом этапе не сказали. Давайте вернемся, чтобы вам тоже было понятно. Чтобы вы потом сертификат могли выложить. Здесь обычно у меня есть белковый коктейль какой-то. Обычно это бейкбургер. Обычный бейкбургер. А чем отличаются вообще протеины? Чистые они, грязные, там кто-то там добавляет что-то еще. Как мало-то, да? Есть же там плохие производители. Некачественные продукты. Шоколад. Нет, значит, это последний дегстерол. Протеин добавляем дегстерол. Ну вот, что жрешь? Лёля что-то жрет опять. Морду сострой, сострой морду. Ты же учился? Это я спрашивал учился, про мотивацию, как себя мотивировать. Как там серьезно ответили? Оставайся в жопе, написали. Тебе? Надо препарат использовать. Помните, в одном из видео у меня была реклама препарата пропиздон. Всегда помогает. Надо давать пропиздон регулярно. Ладно, друзья. Давайте сверху еще картиночку. У меня нос такой же большой. А потому что за деньги. Ушел, потому что семинар у нас за бабло. Вот. Бесплатно хватит. Салют, ребят. Классный зал, кстати. Очень хочется здесь что-нибудь поднять. Я, наверное, сейчас съезжу за ребенком и привезу его, потом тренировочку сделаю. Девчонки, да, есть симпатичные, есть хорошенькие. Все, говорить не могу, чтобы не мешать семинару.
Всем удачи и хорошего выходного, приятного вечера. Семинар хотим повторять раз в месяц. Всем удачи, любви, добра и всего самого-самого лучшего. Чмоки. Пока.